Всем привет! Думаю, это видео будет интересно и полезно. Сегодня я вам покажу, как восстановить перетертый амортизатор или восстановить перетертый амортизатор с помощью сварки. На Toyota Luxur 185 кузов, двигатель 1.3, передний амортизатор. Я снял амортизатор у себя на Surf'е и случилась такая вот. Показываю. Снял, короче, амортизатор. Чашка вот эта верхняя перетерла мне амортизатор. Что я сейчас хочу сделать? Наварить на амортизатор, потом зачистить все как положено. Получается, буду сейчас восстанавливать шток амортизатора. Вот такие вот дела. А теперь погнали. Ну а теперь я вам покажу, как у меня получилось обварить шток, то есть нарастить, который протерся об чашку. Шток. Вот я его восстановил. Более-менее круглый. Вот так вот у меня получилось восстановить амортизатор. Думаю, это видео вам было интересно и полезно. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, подписываться на мой канал, жмакать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Пока. Ждите. Скоро новое видео.